Премьера летнего блокбастера «Ковбои и инопланетяне» состоялась. На красную ковровую дорожку четырехдневного фестиваля комиксов и поп-культуры «Комик-кон» в Сан-Диего вышли исполнительный продюсер картины Стивен Спилберг и актер Дэниел Крейг. Здесь состоится премьера нашего нового фильма. Мы были на съемках последние 3 недели, а теперь показываем, что наснимали. Стараюсь не пропускать этот фестиваль. Действие фильма происходит в 1875 году в штате Нью-Мексико. Крейг играет человека, потерявшего память, который попадает в городок Абсолюшен посреди пустыни. Оказывается, что незнакомцам здесь не рады. Но вскоре суровый город подвергается нападению захватчиков, спустившихся с небес. Герой Крейга оказывается единственным человеком, способным противостоять невиданному врагу. Харрисон Форд также принял участие в фильме, сыграв роль полковника Долархайда, местного диктатора. Форд тоже не преминул поблагодарить фанатов, посетивших Комик-кон. Кино снимается именно для этих людей. То, что мы посещаем такие фестивали, показывает, как важны для нас поклонники. С помощью Эллы, которая сыграла Оливия Уайлд, Крейгу удается объединить усилия недавних недругов против общего врага и подготовить эпическое сражение за выживание. «Ковбои и инопланетяне» выходят на экраны США 29 июля.